Всем привет, дорогие зрители. Нашел трехкомнатную квартирку, обставленную под ключ, на улице Ататюрка в районе Махмутла. Цена этой квартиры 67 тысяч евро. Быстренько ее отсниму и вам покажу. Здесь вот такой коридор. Есть один лифт, все из мрамора. На этаже раз, два, три, четыре квартир. Вот. Здесь у нас такая прихожая, просторная, уютная квартира. Сразу скажу, проекту 11 лет. Закроем дверь. Здесь у нас вход вот такой, что в спальню. Но пока покажу вам, здесь у нас санузел с ванной. В этом здании есть солнечная батарея, так что вода нагревается от солнца. Не нужно ничего покупать. Кондиционер Арчелик новенький. Платяной шкаф. 15 квадратных метров спальня. Общая брутто этой квартиры 120, жилая площадь 100 квадратных метров. Здесь у нас балкон. Расстояние до моря 560 метров максимум. Здесь вид на это здание, немножко на горы, на соседнее здание. Ну вот, вид такой, что сказать, сами оцените. Вот улица Ататюрка, расстояние до моря максимум 560 метров. Вся инфраструктура для жизни почти на этой дороге. Маркеты, Мигросы и тому подобное. Магазин стройматериалов. Значит, здесь у нас стиральная машинка, здесь накопительный водонагреватель фирмы Арчелик. И вот такая прихожая просторная. Здесь у нас туалет без душевой кабинки дополнительный. Это дополнительная спальня. Вот такая. Тоже не маленькая. Покажу с этой стороны. И здесь у нас гостиная. Комната такая. Вот. Кондиционер тоже Арчелик. И вот кухня. Я с этого края покажу. В этом проекте есть бассейн, теннисный корт, для баскетбольная площадка, генератор и открытая парковка. Вот холодильник Арчелик, посудомойка Арчелик. Есть также фильтр восьмиступенчатый там стоит. Значит, у вас будет чистая вода дома и вытяжка Арчелик. Можно кухню отделить кое-как, стенку сделать здесь, если желаете. Видите, арка идет. Будет вам отдельная кухня. Гостиная с кухней просторная. Вот. У нас здесь балкон тоже просторный. Хозяин сделал сетку, чтобы защитить ребенка, чтобы он не лазил туда. Это тоже важно. Так, покажу я вам. Вот баскетбольная площадка, открытая парковка, это генератор. И в левой стороне у нас просторный бассейн. А и дату этого проекта 120 лет. И вот такой балкон. Зона барбекю, но ей не пользуется. Уже запретили пользоваться в таких зданиях. Вот такой просторный балкон. Вид на вот это соседнее здание. И немножко горы видны. Дорогие зрители, подведем итог. Так. Квартира находится на 7 этаже 12-этажного проекта. Сторона квартиры восточная. 2 плюс 1 – 120 квадратных метров брутто, жилая площадь – 100 квадратных метров. Почти можно отделить эту кухню
если сделать стеночку, поставить дверь. Один санузел с ванной и один санузел без ванной и душевой кабинки. Цена этой квартиры 67 тысяч евро. Расстояние до моря максимум 560 метров. Почти центр Махмутлара, рядом также есть вторничный рынок. Все, с вами был мистер Агаси. С вами был Агаси, Кавказский орел из солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.